токенизация и шифрование. Пять основных тенденций будущего года в индустрии платежей назвал Джереми Кинг, международный директор по стандартам безопасности Совета PCI, сообщает Cointelegraph.com. Четыре из наиболее очевидных тенденций платежей – это токенизация, шифрование, блокчейн-платежи и интернет-вещи. Основной причиной Кинг назвал безопасность данных, которую не могут гарантировать сети кредитных карт и банки. Они хранят пользовательские данные, которые обязаны передавать в правоохранительные органы. Кинг также отметил, что 2017 год станет годом мобильных платежей.